Вот Радулькин, я в Сочи. Ха-ха. Так, Радулькины, приехали на чертовы ворота в Сочи, здесь и прямо. Так что будем прыгать, нырять и тому подобное. Не знаю, ну, надеюсь, интересно будет. Вот так, чертовы ворота, там до сих пор есть. Вверх, 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 только вверх. Смотрите, мы пошли в чертовы ворота. Так что смотрите. Вода вообще. Обалдеть. Там есть такие драконьи пастики Кибальфола. Я поднимался почти 250 метров. Поднимемся так раз. Еще маленько, еще чуть-чуть. Последний бой. Он сложный, самый. Так что идем дальше.
ребенки на мои. Вот Туринский карнавал — это вообще детский лепет. Там, я говорю, здесь страшные дети. Это просто будет жесть. Владимир Ильич, Павлички, Монгол. Дашь почитать? Олег, нет, почему? Затяни, пожалуйста, потяжелее. Прям поплотнее. Музычку нам в яму включить. Я сейчас включу. Давай, только это. Да, но ты не понимаешь, будет ручка, которая надо будет дернуть влево. Сейчас пацаны тебе покажут, что разгар. Мне кажется, кого-то отправят туда. Короче, две задачи. Одна — оттолкнуться и полететь. Вторая — кайфануть. Для этого нужно слегка переступить носочками через край, дабы зацепиться потом за платформу. Ножки чуть согнул, тело направил, то есть дал ему направление под 40 градусов. И в этот момент, не сбавляя хода, вытолкнулся. То есть хорошая динамика отталкивания, будет кайфово. Прилетел вниз, и вот тот момент, твои ножки застегнуты между собой, из-за этого внизу ты окажешься в неудобном для себя положении вниз головой. Чтобы перевернуть себя в сидячее удобное положение, необходимо будет дернуть вот эту веревочку. Это не обязательно. Принцип такой, что ты это сделаешь для того, чтобы просто перевернуться после прыжка. Но если этого не получится сделать, то мы тебя заберем вниз головой. Это было жесть, сука! Это пиздец будет. Давай руку сюда, похлопай, парни! Красава, Олежа, давай! Не знаю, брат, говорят ли тебе это девчонки, но ты был великолепен.
Рандольки, все, кто боится, не боялся, я за вас всех крикнул, так что 207 метров – это огонь. Не шагу назад, а только вперед. Это я говорю, драконорожденный. Радулькин 120 метров выло, покорил. Сейчас 207 метров. Опять же, спокойно, легко и непринужденно. По кайфу, просто зверь. Сам себе во мне проснулся очень большой зверь такой. Дракон, действительно дракон. Только без огня и пыла, и жара.